служение. Рады все присутствовать на церемонии фотовыставки. Очень хорошо, что она стала уже соревнования «Дети Азии» стали традиционными. Мы уже практически 20 лет отсчет от 1996 года. Хорошо, что это проходит на Дальнем Востоке, в Якутске, потому что Азия все-таки большая часть находится там, за Уралом. Там у нас и Китай, и Индия, и Индонезия. Большая часть. Наверное, азиатская часть населения, наверное, уже 5 миллиардов из 7 миллиардов. Так что большая часть человечества, они относятся к этому великому континенту. И тысячи участников приедут в Якутск. И возраст самый такой важный, он может быть трудный у человека, от 14 до 16 лет. Но вот и достигнув каких-то результатов, у них будет вторая жизнь. Жизнь в спорте. Чтобы они всегда проходили эти соревнования. И действительно, это вот дети Азии. Азия – огромный континент, и именно дети. Этот возраст, когда они смогут себя проявить как-то, открыться. Я уверен, что это будут очень хорошие дни в июле этого года. Очень будет торжественно там все проведено. Там есть что посмотреть. Это ведь и Всемирный полюс холода. Это будет лето. Они могут увидеть, где самое холодное место на Земле. Ибо самых теплых мест очень много. Вот самое холодное у нас и для Якутии, и для России, и для всего мира находится именно там. Но дети с радостью примут участие. Это самые разные соревнования, самые разные виды. Поэтому будем радоваться вместе этим летом. У нас будут проходить и летние Олимпийские игры. Но это далеко в Бразилии. Это тоже каждые 4 года. А здесь наш, как говорится, родной фестиваль, вернее, то есть спортивные игры. И там ведь не только спорт, там и культурные программы, там и какие-то развития происходят. Люди и национальные костюмы свои показывают и проявляют, открывают себя. Я всегда говорю, хотите чего-то достичь в жизни, вы должны ехать. Вот ехать в Москва, Якутск, там, не знаю, поезд еще не ходит. Там уже ходит поезд Москва, Якутск. А было время, не было поезда. Вот увидеть свою великую страну и побывать на этой прекрасной якутской земле. Поэтому очень рада, что эта фотовыставка, она напомнит всем. Потому что мероприятий много сейчас у нас проходит. Каждый год, каждый месяц. Но это самое лучшее. Спорт. Соревнования между людьми. Вот здесь они должны, так сказать, себя проявить. Я узнал про новый вид спорта. Масс-рестлинг. Надеюсь, комитет по спорту нам поможет это посмотреть более предметно. Поэтому поздравляем всех с открытием этой фотовыставки. Прекрасно исполняла свою песню певица из Якутска. Вот прекрасные девушки стоят на самых костюмах. Что такой праздник? Поздравляем всех с этим праздником спорта в стенах государственного.